лето в каждой ноте. Пульс радио. В рамках подготовки к годовому собранию акционеров ОАО «Газпром» состоялась пресс-конференция генерального директора ОАО «Газпром Межрегионгаз Йошкар-Ола» и ОАО «Газпром Газораспределение Йошкар-Ола» Александра Еремина. Об итогах отопительного сезона, об итогах сотрудничества между правительством республики и ОАО «Газпром» в 2013 году и планах на этот год в нашем следующем материале. Что касается проведения минувшего отопительного сезона, то здесь все было без сбоев. Газовики вовремя обеспечивали поставки топлива в нужных объемах. Отопительный сезон пройден без аварий и уже ведется подготовка к следующему. Была затронута и проблема неплатежей. Радует, что ситуация в республике в лучшую сторону отличается от той, что сложилось во многих регионах страны. Долгов со стороны предприятий коммунального комплекса в МРЛ практически нет, благодаря совместной слаженной работе с правительством республики. Однако должников среди промышленных потребителей и физических лиц хватает. Но все это решаемые вопросы. По населению, все вы, наверное, знаете, мы в мае провели штурм работы с неплательщиками. Мы отключили 363 абонента, отключенные от газоснабжения. В основном это тот, кто пользуется отоплением, потому что там долги самые большие. На общую сумму, вот эти 363 абонента, 4,9 миллиона рублей. В мае мы более тысячи отправили претензий неплательщикам. Поэтому там работа ведется целенаправленно, постоянно. Мы тут темпы не снижаем. В целом, по итогам прошлого года, уровень оплаты более 99%. На 1 июня уровень газификации в МРЛ составил более 85%, и эта цифра растет ежегодно. Так, только в 2014-м на строительство трех новых газопроводов выделено более 260 миллионов рублей. Причем один из них будет введен в эксплуатацию уже в конце июля. При этом, как отметил Александр Еремин, жители населенных пунктов, которые в ближайшее время подведут газ, проявляют похвальную активность в подготовке своих домов по подключению к сетям газоснабжения. Очень радует, что вот в этих во всех населенных пунктах население уже готово полностью, все у нас тут. И довольно 6 котельных «Мариком Энерго» в этом году переводит на природный газ. Да? Значит, это и в Ерембаево, это и в Кадаме. То есть я надеюсь, что все проблемы у нас, какие бы и подготовки потребителей, мы хотим, чтобы в этом году были устранены. И есть для этого предпосылки все. А в этот год закончить без долгов по подготовке потребителей. Работа вместе с правительством в этом идет, и я думаю, что у нас все получится. В планах на следующий год уже запроектировано строительство еще 4 межпоселковых газопроводов и 1 газопровода отвода. Работы развернутся в нескольких районах республики. В экспертизы сданы 2 газопровода в Мариторекском районе, 1 газопровод в Медведевском районе и 1, значит, проект в Новотарьевском районе готовится к передаче на государственную экспертизу. Кроме того, ведутся проектные изыскательские работы. Это газопровод-отвод и ГРС Кокшамар из Звениговского района. То есть тут у нас хороший задел на следующий год тоже появляется. 4 межпоселковых газопровода будет готово и 1 газопровод-отвод. Мы его запустили в работу. Ну, там довольно длительная работа, я думаю, что. Но, по крайней мере, это прорыв у нас в Звениговском районе в части Сидельникова, Уржумка. Вот та часть с выходом на Чувашскую республику. Кроме того, «Газпром Газораспределение Йошкар-Ола» развивает сервисные услуги для населения, совершенствуя работу по принципу единого окна и реализуя совместно с правительством республики социальные проекты, в том числе по финансовой поддержке газификации домов и квартир, принадлежащих малоимущим семьям. Одним словом, газовые компании республики работают динамично и эффективно, успешно реализуя на территории МРЛ приоритетные проекты ОАО «Газпром». Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.
Для вас 4 июля под открытым небом Патриаршей площади. Самое зрелищное театральное событие этого лета. «Мистерия Карла Орфа», балет «Кармина Бурана» и «Триумф Афродиты». Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева. Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина. Совместно с ТВ и радио на Патриаршей. Для жителей и гостей Йошкар-Олы. Роскошно, зрелищно, незабываемо. Лето и ничего кроме. Пульс радио. Пульс радио.